Они вернулись с медалями, а встречали их торжественно и с почестями в родной самарской школе номер 77. Детская команда из 8 учеников принимала участие в межрегиональном спортивном фестивале дворового спорта, который проходил в Перми. Юные спортсмены-любители попробовали свои силы в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, волейболу, а также в нормативах комплекса ГТО. Я занял в личном зачете по ГТО в прыжках в длину. Прыгнул на 270 метров. Там даже близко никто не прыгал. Первое место мы заняли по футболу и третье место по волейболу. Футбол я играю уже 4 года. Фестиваль проходил в Перми в рамках федерального проекта партии «Единой России. Детский спорт». Главная задача программы – пропаганда здорового образа жизни и обустройство спортивных сооружений в шаговой доступности. Кроме соревнований, на фестивале было немало сюрпризов. У ребят была возможность пообщаться с именитыми спортсменами. Мы хотим, чтобы в каждом дворе была детская площадка, чтобы дети приходили в спортзалы, отремонтированные, сильные, целеустремленные, здоровые молодежь. Это будущие герои, будущие лидеры, будущие победители нашей стране. Олег Зверев, события.